Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о продуктах, которые помогут правильно питаться вашему кролику. Заводя дома очаровательного пушистика, со всей серьезностью продумайте его рацион. Правильно кормить декоративного кролика – непростая задача. Декоративные кролики обладают более нежной конституцией, чем их сельскохозяйственные собратья. Декоративные кролики – существа хрупкие. Обмен веществ и пищеварительная система у них легко могут пострадать от неправильного питания. Сухари им можно, злаковые нужно, а вот хлеб для них под запретом. От хлеба у кролика возникает расстройство кишечника и вздутие живота. Картофельные очистки кролики едят, но очистки должны быть хорошо вымыты. Нельзя давать зеленые очистки, так как в них содержится яд. Само собой, нельзя кормить кролика гнилыми картофельными очистками. Картошку кролик может есть и сырую, и вареную, но ее вкус нравится не всем питомцам. Если вы собираетесь кормить кролика картошкой, приучать к такой еде его лучше с раннего возраста. Овощи и корнеплоды декоративные кролики хрумкают с удовольствием. Меню вашего любимца может включать морковь и брюкву, редьку и редиску, топинамбур и сельдерей, также брокколи, крест-салат, брюссельскую и цветную капусту. Но капусту не стоит давать слишком часто, шпинат тоже лучше давать время от времени. Можно предложить кролику и сырую свеклу, но не вареную, хотя кролик, особенно избалованный, может от нее и отказаться. Груши и яблоки тоже можно включать в рацион, кролики их очень любят. Только учтите, что овощи и фрукты должны быть хорошо вымыты. А еще очень важно покупать их у фермеров, которым вы доверяете, и которые гарантируют, что плоды не были обрызганы химикатами хотя бы за неделю до сбора урожая. Декоративные кролики очень чувствительны к ядам и токсинам. Обязательно меню декоративного кролика должно включать злаковые и сено. Любят кролики и пророщенную пшеницу. Сено можно купить в зоомагазине или заготавливать самому. Конечно же, в рационе кролика должен быть сухой корм. В сухой корм для домашних кроликов входят и овощи, и злаковые. Лучше выбирать корма премиум-класса. Они отлично сбалансированы, разработаны с учетом потребностей декоративных пород кроликов в витаминах и микроэлементах. Питание кролика должно быть богатым и разнообразным и включать в себя овощи, специальный корм и сено. Несмотря на то, что в овощах содержится жидкость, вашему кролику все равно необходима вода для питья. Постарайтесь раздобыть для вашего кролика тяжелую тарелку для еды. Этим животным очень нравится переворачивать свою кормушку и устраивать беспорядок. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.